прыжки в длину, подтягивания и отжимания. В парке Гагарина прошел фестиваль «Готов к труду и обороне». Мероприятие проводится ежемесячно в рамках нацпроекта «Демография». В фестивалях принимают участие самарцы в возрасте от 6 лет. У каждого из них своя цель – облегчить поступление в ВУЗ, получить премию на работе или проверить свои силы. Как это сделал Никита Долженко. Посмотреть, каких результатов я смогу добиться, потому что занимаюсь сам дома, да, и интересно, что из этого выйдет. Пока рассчитываю на серебро. Золото, наверное, еще пока рановато. Второй год золото, тогда уже точно буду целиться. Среди упражнений, которые сдавали участники, были подъем туловища из положения лежа, стрельба, бег, наклон вперед из положения стоя и многое другое. Тех, кто сдал нормативы ранее, наградили знаками ГТО. Попробовать свои силы можно не только на фестивале. Летом будет проводиться акция «Выходные с ГТО». Она будет проходить здесь же, в парке Гагарина. Вот здесь вот недалеко от детского стадиона будет оборудована площадка для выполнения нормативов ГТО. И каждые выходные любой желающий может испытать свои силы и принять участие в выполнении нормативов для получения знака. Если результаты не устроят, их можно пересдать в течение всего года. Главное, чтобы между попытками прошло 45 дней. Даже если у кого-то не будет получаться, здесь никто никого не накажет. И наоборот, мы приветствуем тех, кто пришел, кто пересдает, стараемся как-то стимулировать, в том числе и словом. Вот, поэтому все приходите на выполнение нормативов ГТО, мы вас ждем, вот, и надеюсь, у вас все получится. Для участия в акции или фестивале нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте ГТО и предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний. С начала этого года нормативы сдали более 5000 жителей Самары. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.